Партийцы поздравили студентов-медиков с Международным днем студента, который отмечается 17 ноября в формате видеообращения. Член фракции «Единая Россия», кандидат медицинских наук, врач-педиатр Павел Бережанский особо отметил самоотверженную работу студентов медицинских вузов, которые помогают медучреждениям, работают в красной зоне больниц и стационаров. Всем молодым специалистам пожелали стать настоящими профессионалами и не бояться никаких трудностей.